Я им сказала сегодня, пришла на работу и сказала, рано радуйтесь, нахуй, скоро второй поток пойдет. Она говорит, с чего ты взяла? Я говорю, надо читать новости. Он, говорю, Цибульский все сказал. Так что, говорю, рано, блядь, расслабили булки свои, сидите, блядь. Будете, говорю, еще стать кипятком, блядь, бегать. Так ты представляешь, это нужно всю одежду самим купить. Я говорю, да вы что? А говорю, наши почему-то ребята, блядь, ничего, типа, себе не покупают, да? Так вам, говорю, почему-то, блядь, такие льготы у кого мобилизированные? По 200, по 300 тысяч сразу дают вам подъемных, блядь, на что? На то, чтобы вы закупили себе одежду. Говорю, а как вы на хотели? На экипировку, на все, конечно. Да. Я говорю, нихера себе. А по телевизору говорят, мобилизированные они, герои России. Нихера себе. А наши, блядь, там с февраля месяца, нихера не герои. Понимаешь? А сука бесит, блядь. И льготы им, блядь. И, блядь, жен не имеет права уволить, блядь. И чё там только, блядь. И у всех детей, кто на платном обучении, всех перевести на бесплатное обучение. О, какие льготы-то, блядь, у мобилизированных. Охуеть просто. Ну? Я говорю, блядь. Бесячее, блядь, правительство, блядь. Я говорю, а наши ребята как в жопе, блядь? Или что, должны, блядь? Должны. Ну, ну и видно, что должны, блядь. Бесят, блядь, не могу, блядь. Так хочется, блядь, до этого Путина, блядь, дозвониться-то. Говорят, не, блядь, не дозвониться до него, блядь. Так бы хочется и сказать. Чё, гондон, блядь? Не знаешь, как дела обстоят? Все прекрасно, блядь, что даже воды и хлеба, блядь, нету. Ой, господи.